значки разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Пульт. Смотри, Симка, на пульте кнопка залипла. Как бы нам ее выковырять? Учись, Нолик. Помогай. Давай. Ой. Вот так. Отпускать. Ой. Утащила пульт. Нолик, ты где? Нолик! Фиксикам привет! Эй, вы где? Привет, Тим-Тимыч! Ты вовремя! Кусачка утащила пульт от телевизора! Ну и что? Его же и так можно включить. Там сейчас как раз мультики начинаются. Какие мультики? Нолика нигде нет! Я боюсь, что он спрятался в пульте. А кусачка, значит... Ох, ну тогда ему не сдобровать. Тим-Тимыч, сделай что-нибудь. Кусачка, ко мне. Куда же она спряталась? Пойду поищу в других комнатах. Симка, Тим-Тимыч, я здесь. Лучше посижу. Кусачки нигде нет. Ой, Симка, а ты где? Я бегала за помогатором. Зачем он тебе? Чтобы найти пульт по инфракрасному лучу. Здорово! А что это такое? Сейчас объясню. В каждом пульте дистанционного управления есть специальная лампочка, которая называется светодиод. Когда мы нажимаем на кнопку, светодиод посылает невидимый инфракрасный луч. А в телевизоре есть приемник этих невидимых лучей. Телевизор понимает, какая команда пришла к нему от пульта, и выполняет ее. Например, меняет канал или громкость. Но если этот луч невидимый, как же мы его увидим? Для этого в помогаторе есть специальные очки. И что теперь? Покричи Нолику, пусть он замкнет контакты под любой кнопкой. Нолик, ты можешь как-нибудь нажать кнопку? Кнопку? Как же ее нажать? А, сейчас! Кусачка-раскаряйка! Ой, Вася, она меня сейчас съест вместе с пультом. Ничего не видать. А мне видать! Вон он! Вон там! Кусачечка, иди ко мне! Колбаски хочешь? По-хорошему ты не хочешь! Ладно! Жаль, только я не могу его увидеть. Почему не можешь? Можешь! Инфракрасный луч можно увидеть через цифровой фотоаппарат. Попробуй сам. Включи фотокамеру на мобильном телефоне. Теперь нажми на пульте любую кнопку и направь на него фотокамеру. На экране ты увидишь яркую точку. Это как раз и есть светодиод, который излучает свет, невидимый простому глазу. А еще можно направить пульт на зеркало и через фотокамеру увидеть в зеркале, как зажигается светодиод. Это означает, что невидимый луч
отражается от зеркала так же, как и обычный свет. Значит, и телевизором можно управлять, если направить на него пульт через зеркало. Не веришь? Ха, проверь сам. Между прочим, если бы под кроватью не валялись чьи-то игрушки, мы бы пульт и так нашли. Да уберу я их. Только сначала мультики посмотрим. Большой секрет.